4 года условно и 700 тысяч штрафа за хищение 176 миллионов рублей. Такое наказание получил депутат Владимирского горсовета Андрей Шишенин. Ленинский суд признал его виновным в незаконном получении кредита и мошенничестве в крупном размере. Шишенин занимался продажей бытовой техники. 2 года назад он взял крупные кредиты, оформив их на подставную фирму, учредителем которой значился близкий знакомый. После того, как банк выдал 165 миллионов, фирму ликвидировали, а деньги раскидали на счета подконтрольных предприятий, которых у Шишенина насчитывалось около 50. На этом предприимчивый депутат не остановился. Он оформил фиктивную сделку по продаже 2 зданий во Владимире и получил право на налоговый вычет в размере 11 миллионов. В ходе следствия Шишенин полностью признал свою вину и вернул бюджетные деньги. Дело его соучастницы, помогавшей оформлять поддельные бухгалтерские документы, тоже направлено в суд. Претензии банка будут рассматриваться в суде отдельно.